Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Марвел. Поехали. Так, я играю своей 9-й колодой. Но у меня еще есть 12-я колода на сбросах. Слушай, неплохо. Здесь можно разыграть только карты, которые стоят 6. Вот так вот тоже рисковать очень, ребята, опасно. Потому что он может сюда электро, например, поставить. И фигушки у нас, что здесь выгорит. Но я думаю, мы можем обменять вот эту локу. Блин, ну нафиг мне Мобиус-то. Твою налево. Ну Мобиус вообще здесь не придет. Карты с базовой стоимостью 6 стоит на 1 меньше. Бывает так, что ли, поставим? Я не знаю. Что там обменивается руками вначале? А, обменивается руками. Это хорошо, ребят. Уничтожать здесь их карты после третьего хода. Ну, если я вот так вот поставлю. Его же уничтожат сейчас. Я не знаю. А его нельзя уничтожить? Вот оно что. Его нельзя уничтожить, ребята. Слушай, если я это сделаю... Если я это сделаю, я ему отдам всю руку, получается. После какого хода? Так, обменяется рука. В начале 6-го хода. Давай так сделаем. Угу. Пам-пам-парам-пам. Пускай ему достается вот это вот все. Ну, Мобиус, это, конечно... Вот такая вот карта выпадет тебе, и все. Так, последний ход. Обменимся руками и смотрим, что у него там. Хорошо. Это прям, ребят, хорошо. Но он знает, да, что у него в руке был Халк. Фига он тут нахапал карты, посмотри. Там увидел фуфу какой-то, ему выпало Мобиус и всякая дребудень. Правильно. Скажет, Рэй оставила мне тоже твою налево. Так, ну что, поехали дальше. Подожди, а у нас там что за задание? Сбросьте карты. 10 карт. Разыграйте карты стоимостью 2. И сбросьте карты. Но сбросьте карты — это только на сбросах. Это 12 номер у меня колоды. Он подойдет. Гимболюкс. Гимболюкс какой-то. Ну что там за гимболюкс? Блин, здесь нельзя разыгрывать карты раньше 6-го хода. Так, допустим, что нам тут светит?
Заменяет вами разыгранную карту. Отлично. Жалко, что вот этот у нас больше не разыграется. Чувак, извини, не успел. Прибежал на обмен. Так, а это что у нас такое? При раскрытии уничтожает... Даже не прочитал. При раскрытии уничтожает случайно дружескую карту здесь. Добавляет по одной и копин. А, вот оно что. Вот оно что. Побеждающий здесь игрок вытягивает две карты. Это хорошо было бы. Кто он такой? Армин Зола. Угу. Пошло-поехало, да? Так сделаем. Опа, опа. Что если... Блин, уже потом выкинет, да? Неужели он хочет драконов разыграть? Да? Он хочет разыграть драконов. Сюда он тоже поставит дракона или как? Раскрытие. Но если он сделал дубль, естественно, ребята, он у него есть в руке там с дублем. Само собой. Проверим. У него даже на два хватило. Ну, друзья, даже если бы я сюда поставил бы, это бы ровным счетом ничего бы мне не сделало. Просто если бы лич бы этот сыграл бы вовремя, да, можно было бы. Но лич, он уже, видишь, он уже успел сделать эту дурюху. Хотя, если бы лича, можно было бы, в принципе, ребят, сделать. Лича бы поставили бы, да? Он бы дракона бы этого уже выставлял. Ну, короче, бы у него там ничего не получилось бы. Да вот здесь вот просто мы разыграли. Фиговенько. Так, смотрим, что там у него. Человек-муравей. Сентинель. По карте ниндзя добавляется, да? Вот так вот ты делаешь. Да никто твои карты уничтожать не собирается. Ё-моё. Всё, он там пугается. Давай так сделаем. Сюда он тоже не, да, не стал ставить. Я его понимаю, почему он так делает. Сейчас ему все карты за это заблокирую. Последний ход, ребят.
Последний ход. Так, 4. И... наверное, можно и так вот сделать. Ауч! Нельзя же их. Тогда сделаем так. И вот так. И что по итогу? Уничтожает другие ваши карты. Гет, но он все равно выиграл. Такой карты я еще не видел, если честно. В первый раз, ребят. Дестройер. Фига себе. То есть, если... разыграть карту... то есть, получается, если бы я... не поставил пса... он бы мне разнес бы всю колоду, получается. Ну, всю мою руку бы разнес, которая вот у меня выложена. Весь стол. Вот это типок, да. Здесь можно разыгрывать только, который... нафиг? Да ладно, пускай будет. Мэтт. Шмэтт. Понятно. Что там у тебя стоит? Минус 3 к силе. Ага. Так, а это что у нас? Когда перемещается, плюс 5 к силе. Когда перемещается. Ну, если я так сделаю, что там у него? Он толкать его сейчас будет, ребят. Нет? Ведьма. Так, перемещает 4 случайные карты из руки противника на его сторону на этой локации. Давай попробуем. Что там за карта у него? Вижен. Упс. И последний ход. И последний ход. Какой-то попадос, ребят, получается у меня. Опять. Я даже не знаю. Сюда он никого не поставит, да? Вижена только может убрать. Но захочет ли он его убирать? Давай, короче, сделаем вот так вот. Проверим. Ты смотри, а. Да, ну мы выиграли. Но вот это, конечно, в двоих сразу переместил. Но он, наверное, хотел, думал, двумя переплюнуть здесь карту мою, что ли. Блин, лич, я, наверное, уберу ее, ребята. Ну, как бы тебе сказать. Карта неплохая, но разыграть я ее не успеваю. Просто элементарно не успеваю разыграть. Поэтому уберу, наверное, лича. И также я хочу убрать, наверное, вот эту вот. Просто не успеваешь. Замену. Какую замену им поставить? Джубили. Или вот этого, профессора.
Профессора кислых щей. Или вот этого взять. Шанг-Чи. Мало карт, ребята. У меня мало карт. Нужно больше. Не, ну в принципе на доборах, вот типа как Кейбл, да, сыграть можно было бы. Который стреляет и сразу забирает еще и карту к себе в руку. Как бы просто халява, грубо говоря. Медуза у нас только посередине разыгрывается. Фордж. Дает плюс 2 к силе. Это другую карту. Это следующую карту, которую мы разыгрываем, да? Дает плюс 2 к силе. Это неплохо. Но у него потом минус 3 к силе идет. Если заполняешь всю локацию. Морф. Такой себе тоже. Я, в общем, не знаю. Джубили, может быть, взять. Или вот это вот. При раскрытии дает постоянным картам плюс 2 к силе. Ну все, началось, короче, у меня. Постоянно способность всех карт на этой локации. Вот не хватает, тут кажется, вот все бы ничего, да? Так, за каждую израсходованную очку энергии. Давай, наверное, вот этого возьмем. Посмотрим. Он по накапливающей системе у него будет идти это или как? Губ Джо. Губастый Джо. Если вы разыграете здесь карты, и копит заполнят эту локацию. Ух. Бодро звучит. Подожди, мы сейчас знаешь, что сделаем? Вот так вот. А потом алой ведьмой все это испортим. Ауч! Не испортим мы это все алой ведьмой. Так. Заменяет. Погнали. Да куда столько-то? Подтасуют вашу... Чего там? Подтасуют вашу руку в вашу колоду. Берите карты. Так, если последняя разыгранная вами карта имеет постоянную способность, эта карта получает ее. Чего ее получает, непонятно. Давай сделать так. Нет цели. Понятно, что нет цели. Ну, нафига вот это вот-то, блин, сюда. Вот это вот-то чудилку-то зачем здесь? У него кейбл. Вот сейчас, а сейчас выдаст мне. Ну вот, вот это разве нормально, ребят? Слушай, наверное, надо сдаваться, пока не поздно, потому что, ребят, ну, сами понимаете. Ну что это такое? Не, ребят, я отступлю. Какой-то бред. С этой-то картой. Он заполняет всю локацию. Я подумал, что он по одной ставит на каждую локу, а он заполняет вот эту вот. Конечно же, тут эта фигня, ребят. Нам надо было... ставить что-нибудь посерьезнее, типа Халка.
Тогда да, был бы толк в этом. А так... То, что я карт нахапал, а карты-то еще ты видел, какие фуфловые выпали. Не совсем Тарзан. Так, если... добавляет копию в руку противника. Я так помню, знаешь, как меня разыгрывали? Он сюда поставил этого... вспомни в этом, в Человеке-паука этот, помнишь, гоблин? Он дает тебе минус, по-моему, 8 к энергии. Вот он ставит его сюда, мне копию минус 8. Так, если вы здесь... Угу. Если вы здесь разыгрываете карту, уничтожает ее. Пускай стоит тут кейбл. Фиг с ним. Сентинель. Угу. Карты еще и не раскрываются на этом ходу. Еще лучше. Я, кажется, понял, на чем он хочет сыграть здесь. Ведьма, давай. Она на этом ходу не раскроется, поэтому локация-то не поменяется. Вот кто там, я не знаю. Но если он этих взял... Ну давай попробуем так сделать. Я не знаю, смогу ли я на драконах здесь выехать. На динозаврах, на этих. Ну мы попытаемся. Я не знаю, ребят, почему, но на мобильнике мне так комфортно играть вообще. Просто, и выигрываешь просто на изи. Как перешел на камп, все. Жестить начинает. Сейчас он думает, что лучше сделать, да? Как лучше сделать? Он же может подумать, что, а вдруг у него здесь пес? Так. Карнейдж. Ну, я, в принципе, так и думал, ребят. Я так и думал. 6,6, 12. Ему тут надо постараться, чтобы что-то такое поставить. Последний ход. Последний ход. Последний ход. Давай я поставлю так. И вот так. Что-то мощное, да, будет здесь стоять? Может быть, даже Шанг-Чи. Нет. Нет, никакой не Шанг-Чи. Никакой не Шанг-Чи, и у нас, ну, сам видел, Виктори. Так, мы что, накопили на что? А, вот этот новую рамку получает. Санспот. Кто такой Санспот? Я вообще, ребят, не в душе. Кто такой Санспот? Так, а кто еще хочет? Наверное, Кейбл, да? Конечно. Конечно, Кейбл. И есть 10 бустеров. Блин, я хочу получить таинственную карту. Прям вот ручки у меня чешутся. Так, что у нас? Заданий вообще нет никаких? Разыграйте карты стоимостью 2. Может еще скинуть? Нет, давай вначале выполним.
Поехали дальше. Не, Moon Girl, она очень хороша именно под динозавра. Ну и под какие-нибудь редкие карты, я не знаю, там. Что там у нас? Так, если вы разыгрываете карту, ее сила удваивается. Ее сила удваивается. Ну, хорошо. Кого он сюда поставит, что-нибудь или нет? Я закрою эту локацию. Лаборатория Шури. Лаборатории Шури здесь быть не должно. Поэтому уничтожаем. Что там? После пятого хода все карты здесь случайным образом перемещаются в другие локации. В другие локации. Так, если вы разыгрываете здесь карту, подтасует вашу колоду Вибраниум. Ну, Вибраниум меня еще устраивает, ребят. Вибраниум меня вполне устраивает. Подтасовывает скалы 5 в каждую колоду. Что-то неохота мне. Лучше вибраниум, конечно же. Вибраниум, ребята, стоит 1-4. У него, то есть за одну энергию 4 силы. Так. Давай сделаем таким вот образом. И куда у меня перемещается? Все сюда. И у нас последний ход. Друзья мои, я его потрачу, наверное, вот сюда. Хотя за одну энергию 4. Это 8. Блин, я даже не знаю. Ну, давай посмотрим. Если у него 4 вибраниума есть в руке, 4 карты вибраниума, то он может здесь победить, даже еще и переплюнуть меня. Так. Так. Дальше что там? Так, скала. Уже, ребята. Так, ничья, да? Переплюнул. Фига он. Как тебе такой расклад? Вот так вот, ребятушки, бывает. Ему эти камни на руку сыграли. Так, помимо того, что камни, этот, как его звать-то? Кузнец. Кузнец прокачивал карты. Вот так. Плюс 3 к силе. Остальным картам нет, ребят. Здесь надо нормальную карту ставить. Видишь, я Халка не туда поставил. Если бы я Халка поставил по центральному, я бы там выиграл бы. Ну, я поставил. Я еще думал, ставить туда, не ставить. Видишь, он туда ракету поставил. А если бы там стоял бы Халк, там была бы 100% победа. Ну, я же не ясновидящий. С наибольшей силой. Плюс 3 карте с наибольшей силой. Ну, здесь, естественно, надо иметь хорошую карту. Такая вот петруха.
Ну давай, Труи. Сделай ход. Акое. Карта с базовой стоимостью 6 стоит на 1 меньше. На 1 меньше стоит, да? А это Акое усиливает всю, ребята, руку или колоду. Силу каждой в колоде на 1. Тэн-тэн-тэн-тэн. Давай я поставлю сюда. Посмотрим. Ну, чего-то там. Так, электро. Ага, 7. Но если мы поставим вот так вот. А потом тупо будет последний ход, да? Сколько он там передает? 5? А, 6. 8. Вижн взял. Взял Вижна. Ну, что я могу сказать, ребят? Взял Вижна. Или как нам сделать лучше? Да, давай, наверное. Видишь, опять же, либо сюда, либо сюда. Но я, наверное, все-таки сюда поставлю. Поехали. Прав или не прав? Даже так. Ну, извиняй. Извиняй тогда, парень. А здесь мы выиграли. Угу. Так, нам бы платишок бы заработать бы, да? 50-й ранг. Опа. Разыграли. Так, заданий больше нету. А может быть, вы врете? Так, разыграйте карты стоимостью 3 и разыграйте карты стоимостью 1. Сбросите карты. Надо карты еще сбросить. Давай-ка попробуем сбросить карты. Для этого нам понадобится 12-я колода. Вот так она, ребята, у меня выглядит. Сброс карты наибольшей текущей стоимостью с вашей руки. Я, наверное, ее удалю. Она уже столько кровушки у меня попила, эта карта. И... Что тут влепить-то такого? Что-то хочется влепить такого усиляющего. А что усиляющего тут можно поставить, я даже и не знаю. Получает один силик, когда вы разыграете карту. Давай попробуем. Нам главное сбросить 9 карт.
Там Блейд надо было тогда оставлять. Тьфу ты. Кому здесь имеет больше карт? Будем иметь больше карт, ребят. Сейчас он рванет сюда, а мы потом возьмем и поменяем здесь на последнем ходу. Просто ведьмы все перекроем, и нормально будет. Уничтожать здесь, ага, после третьего хода. Ну, кстати, о, как делает. Давай так вот сделаем. Интересно, успеет у меня ведьма поменять локу эту? Или нет? Успела. Вот так вот он, да? Использовал Карнейдж. Ну, в принципе, ребят, что тут сделаешь? Использовал, как говорится, и использовал. Так, что мне сделать? Поставим так. Сюда халками, ребята, надо будет на последнем ходу забивать. Что он там делает? С кем? Вот, вот про это я, ребят, говорил. Вот про это я говорил. Помнишь в прошлый раз? Что этот гоблин? Хоп-гоблин. И вот так вот тебе, считай, все запарывает. Окей. Что же я могу сделать? Любитель обламывать, значит, да? Ну, до свидания. Щенок. Вот так вот. Захотел. Вот такая вот, ребята, фигня бывает. Берет ход гоблина этого и выжидает момента. И вот прикинь, как назло выпадает такая вот тебе локация. И он с превеликим удовольствием ее закидывает туда. Он, правда, и себе ее, как бы, ну, грубо говоря, запарывает, эту локу. Ну и мне. Я бы там мог халков поставить. Так, заменяет. Ну давай. Замени меня на что-нибудь путевое. Оп. Только толку-то от этого. Надо это дело прекращать. Ох. Ну я сомневаюсь. Ну он сейчас может наставить карт, конечно, здесь много. Давай-ка мы, наверное, заклепаем эту штуку от греха подальше, ребят. Ты прикинь, тут на халяву можно себе столько карт навыманивать. Поэтому блокируем. Только единственное, почему я... Знаешь, что не сделал? Ага, начинается. Так, Блейд. Ну, а что же делать? Превращает... Ага, на четвертом ходу. Да ты запарился своей акоей уже, а? Акоя, блин. Ох, что у него еще есть?
При уничтожении эта карта вернется в руку и удвоит свою силу. Вот честно тебе скажу, я даже не знаю, что тут поставить лучше. Уходя в сброс. Ну давай, иди в сброс. Оп, фантастическая четверка. Вот. Молодец, красавчик. Короче, проиграл я здесь, по-моему, по полной про... Тебе так не кажется? Ну что это? Вот что это выползает? Такой бред, блин. Че он сидит, ничего не делает? Дай-ка я отступлю, ребят. Это бесполезно. Что-то сидит там, выжидает. Лучше я потеряю 2 очка, чем 8. Сбросьте карты. Пойдем сбрасывать карты. Двенадцатой колодой. Выбрасывают карту с вашей руки при раскрытии. Закончим ход. Здесь можно организовать, который стоит только 6, да? Заблокирует же гаденыш с собакой, наверное, да? Что-то меня вот это напрягает в последнее время. Это Акоя? Просто ход в пустоту. Называется это. Это отлично. Отлично, отлично, отлично. Пи-п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 и. Давай так сделаем. И что он делает? Просто сжигает все карты. Его дело так. 3, 3, 6, да, получается. Двенадцать. Ауч. Который стоит 6. А много ли у него карт, которые стоят 6? Халк есть у него, да? Наверное, может же поставить? Может. Но он также может сюда его влепить. Блин, какой-то горелый. Ладно, поехали, ребят. Чейз. Так. Да. Вау, выиграли. Еще и апокалипсиса взяли. Шикарно. Просто шикарно. Еще гад делает. Что он там начал вытворять? Какие фокусы, а? Ты посмотри на буржуя на этого. Так, мы сбросили хоть какие-то карты там? По-моему, да. Но нам надо дальше играть. Нам надо дальше играть. Слушай, а сбросом-то у нас занимается, по-моему... Сейчас, секунду. Дай колоду-то мне.
У меня сброса здесь такового нету. Этот у нас уничтожает. У нас сбросом занимается... Так, бишопа тогда придется удалить. У нас сбросом занимается... Она. И также у нас сбросом занимается... Блейд. Да. Блин, ну кого вот тут убрать? Ну ё-моё, а. Все нужны. Новую, что ли, убрать? Или вот эту вот? Придется убрать ее. Ну, не вписывается она в эту колоду. Ну, никак, ребят. Нет, уж извините. Нам просто нужно 9 карт. Или сколько там уже? 8 сбросить еще. Получите копию карты из руки противника. Ну, и что он там мне подкинет? Ага. Да. Зимнего солдата поставим сюда, в принципе, можно будет. Потом через Карнейджа его можно уничтожить. Ну, как по мне. Блин, подтасовывают скалы эти. Твою налево. Вот они мне нужны, эти скалы, блин. Так, уничтожать, ага, плюс 2 за каждую уничтоженную здесь карту. На 3, 4, 5 ходу здесь нельзя добавлять карты. Зашибись. Здоровски. Я прям балдею. Да иди ты сам, Avengers. Avengers. Давай, Avengers. Так, Манора, да, поставил сюда? И последний у нас ход. Что, бомбим здесь? Или как? Или ставим сюда? Давай так, наверное, сделаем. Но ему сюда надо ставить, как, сколько? За 7 энергии. Камень. Карнейдж. И... Гуляй, Вася, с такими картами. Что он за солянку здесь взял, я не знаю. Какой-то трущобных каких-то набрал себе карт, я вообще не понимаю. Карнейдж, зачем он взял? Так, разыграйте карту стоимостью 1. Разыграйте карту стоимостью 1. Блин, я только 3 карты сбросил. Только лишь 3 карты сбросил. Мне нужно еще 7.
Мадзен. Ну да, это набедренная повязка. На жопе у тебя надбедренная повязка. Заменяет. Рубани вот этого, пожалуйста. Вот этого рубани, рубани вот этого. Твою налево, говорю, зарубани. Оу. И кто у него? Нормально. Ну, так я сделаю. Ой, ой. Ну, тут тебе повезло, гаденыш. Кого он, правда, потом будет выкидывать, я не знаю, ребят. Эй, Нарина Найс. Сейчас этого откинет. Ну нахрена нового-то здесь? Чудило. Поехали. Подожди. Ну, погнали, фиг с ним. Ну, ребят, ну тут... Тут прям, блин, какая-то халява. Последний ход. И... Да ёб просыте, блин. Ну, здесь, ребят, не повезло. Просто вот тупо вот здесь не повезло. К сожалению. Корней же мне не выпало. К сожалению, я бы, конечно, бы апокалипсиса бы пошинковал бы и взял бы вместо него. Но зато мы сбросили аж целых 4 карты. Точнее, 3. А так было бы прикольно. Вот смотри, в чем, блин, бесявая проблема. Блин, рисковать-то неохота. Я не буду рисковать. Не буду рисковать. Подожду. Я лучше выкину эту, потом апокалипсис у меня станет 12. Она же 4, на 4, да? Да, на 4. В плюсе идет. Карта здесь получает плюс к силе, короче, минус один. Вот на третьем ходу сейчас раскидаем. Скинем ее, апокалипсис у нас прокачается, а потом через Блейда, ну видишь, Корней же неохота, ребят, запарывать. Сражается на сенежка плюс 2 к силе за каждую уничтоженную карту. Че он там поставил? Блин, он поставил этого хмыря. После четвертого хода нельзя больше разыгрывать здесь свои карты. Угу. Здесь нельзя загрузить карты, кажется, стоит один.
который стоит 1. Угу. А у меня будет здесь этот 6, по-моему, стоит, да? По-моему, так. А этого-то мне не уничтожить, к сожалению, уже все. Апокалипсис сюда, наверное, будем ставить. Скорее всего. Другого варианта нету. И последний у нас ход. Шесть. Я сделаю так. Я сделаю вот так. Ну, другого варианта нет, ребята. Ну, сфейлимся, значит сфейлимся. Что я могу сделать? Но мы выигрываем. Фух. Замечательно. Так, я сброс сделал. Так, сбросить карты. Еще надо будет, ребят, еще надо карты сбрасывать, оказывается. Это еще не все. Опа, забираем. 250 кредитов. Солидно. Так, 25 золота и 300 сезонного опыта. Разыграйте карты стоимостью 1. А сколько еще скинуть надо? Еще 3. Потом будем улучшать. Сейчас как бы не до этого. Я сейчас в раж вошел. Я на куражах, ребята. Жалко, камеры нет. Сейчас бы посмотрел на мою довольную рожу. Трэвис. Не, когда выигрываешь, конечно, довольная рожа. Когда проигрываешь, такой кисляк такой сидишь. Ё-моё, ну как же так. Карты с базовой стоимостью 6 стоят на 1 меньше. У меня опять же, ребята, нету, блин, хода. Второй есть, ну и Карнейджа здесь нельзя разыгрывать. Карнейджа здесь разыгрывать нету никакого, ребята, толку. Вот это он тупо сделал. Или он будет смещать. Я не знаю, что он там хочет сделать. О, да, наконец-то. Нельзя карту разыгрывать на 4-м, 5-м или 6-м ходу. Так, апокалипсис сейчас у нас станет плюс 12. И дешевле он стоит, стал 5 единиц у меня. Он стал стоить 5 единиц. Погоди-ка, если я вот так вот сделаю. Хоть бы апокалипсис разрубил, а не Карнейджа. Ну ладно, фиг с ним. Так, ему нельзя будет здесь карты, да, разыгрывать, по-моему? Да, больше нельзя. Девять. Ага, 9.
Ну, давай попробуем так сделать. Волчица. Кто? Добавляет случайно карту с базовой стоимостью 1. Ну и подытожим, ребята. Подытожим. Ой, блин, зря я, ребят, так подытожил. Знаешь что, зачем вот я его сюда выкинул? Вот что я не могу понять. Вот это вот-то нахрена он. Он разрубает карту, это дешевле становится. Ты понимаешь, вот тупанул-то где, ё-моё. Вот тупанул. Блин, ну это же надо было так сделать-то, такой бред. Так, чё, подожди. Ага, разыграли. И там еще у нас по сбросу, да? Сбросить карты. Че, больше заданий нету пока? Не угодите во временную воронку какую-то. Ну да, ребята, сглупил. Тут уж ничего не поделаешь, признаюсь. Был неправ. Так, мы можем что-то купить. Что-то. Либо мы можем прокачать наши карты. Восемь получит, нифига. Так, ну давай, наверное, какую-нибудь нормальную карту тогда уж. Золотую рамку, где у нас? Вот, например, его. Давай. Анимированная рамка. Ультраредкая. Я карту хотел получить, ребята? Я ее сейчас получу. Что же это за карта? При раскрытии оба игрока смогут перемещать сюда карты на следующем ходу. Ага. Сезонный пропуск. Что мы там еще? Ага, вот у нас. Еще 200 кредитов. Еще и 15 бустеров. И еще можем что-нибудь допрокачать. Нет, здесь не можем. Тогда ищем, рыскаем. Кто же у нас тут? Скарлетт. Даст нам 6. Давай, уговорила. Блестящий логотип. Легендарная. Еще таинственную карту, чтобы заработать. Нет, ребят, не заработаем. Только 10 бустеров. Только 10 пока бустеров. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.